Hey, всем привет, народ! С вами снова Light, и мы снова отправляемся спасать Грецию. Мы продолжаем играть в Immortal Phoenix Rising, и поэтому... Для тех, кто пропустил предыдущую серию, напоминаю, что мы наконец-то добрались до Зала Богов. Да, это вот мы по его крыше сейчас бегаем. И поэтому мы там встретились с Гербесом. Да, это он оказался тем таинственным незнакомцем. Помните тот парень, которому Кратос из God of War оторвал ноги? Да, это он. Только посимпатичнее. Вотоньки. Так что вот мы здесь, нам объяснили задачу. И сейчас мы по карте, как обычно, сначала отметим максимально полезные вещички, места и испытания. Так сказать, наполним карту контентом, если вы понимаете, о чем я. И далее, значит, наша задача, нам рассказали, как потерпели поражение древнегреческие боги, как они пытались вызвать героев себе на помощь, но героев тоже одолели и победили. Поэтому придется нам... Мы теперь очередной герой, только мы как-то они были избранные, а мы теперь самые избранные. Короче, круче нас, только вообще не знаю кто. Да никто. Так что сейчас мы отметим места. Судя по всему, мы можем выбрать любой из эпизодов, фактически, ну, по территории карты. Она разделена на 5 территорий. Территория Ареса, территория Афины, Афродиты и так далее. Сейчас мы отметим чё да как и, наверное, отправимся к статуе Афины, я полагаю. Хотя нет, лучше, наверное, может быть, Афродиты, черт его знает. Ну, короче, сейчас посмотрим. Вот. Так что... Всем приятного просмотра и пожелайте мне удачи. Так. О. Блин, сколько ж тут этих испытаний подземелья Тартара, это пипец. Это просто жесть, я бы сказал. Да. Будет где зарубиться, как говорится. И вам не кашлять, товарищ Гермес. Покашливает он там, блин, понимаешь ли. Так, значит... Ага. Блин, амбрузии надо набирать вообще побольше. ХП много не бывает. Как вы помните, в прошлой серии мы еще и раскрыли, наконец-то дошли до процесса прокачки персонажа. Прокачка оружия, прокачка здоровья, выносливости и так далее. И для всего нужны ресурсы, знаете ли. А ресурсов надо дофига. Поэтому сейчас мы будем работать и работать, и еще раз работать. Слава Зевсу! Так, ну что еще? Вроде все. Или че... О, стоять. Вот, кстати, о, да, наверное, кстати, Афродита отправимся лучше всего. Пожалуй, оптимальный вариант. Максимально нам подходящий. О, даже сквозь текстуру видит. Хорошо, блин, а. Везет же мне. Гермес, хватит кашлять. Заболеешь, ёмана. Так, ну чё, глянем, что у нас с инвентарем. Эй, привет, Бэмби. Пока что только Бэмби, к сожалению. Вернее, извиняюсь, Анимон. Так. Ну что, глянем на карту. Вот наша территория, вот где мы. Наверное, туда можно, да, к Афродите потопать. Почему бы и нет? Ну-с. Разбег. Залет. Так, не-не. Разбег. Полетели. Оу, oh, yeah. Кстати, не забывайте прокачивать себе выносливость. Вот эти синие ячейки по левому крылу. Потому что иначе вы ни хрена никуда не долетите, не добежите, не доплывете и так далее и тому подобное. Короче, ничего хорошего не будет, поверьте мне. И разумеется, не забывайте про зелье, который полностью устанавливает выносливость. Это прям вообще чудо-чудо и диво-дивное. А мы пока будем лететь. Мы, конечно, до статуи не долетаем, Афродиты, но хоть что-то как. Так, наверное, надо еще одно зелье, и дальше, наверное, резко на снижение пойдем. О, медведы ползают. Хе-хе.
Хорошо. Ну-с. Славненько. Так, ну что, загасите ублюдков. О, грибочки. Спокойно, нету никого, никого нету, нет никого. Нахрен этот медведь настолько жирен, что он проламывает камни свои. Ну, сейчас-то мы вас, вам нанесем предательский удар в спину. Что я ж прикупил там что-то. О, амброзия. Вот это от души. Вторая, надо еще 2-4 найти, чтобы. Опачки, это что за хрень? Это что еще такое? Что это? Новый квест. Интересно. Ладненько, побежали. Так, ну, кстати, да, я бы хотел бы, собственно, до подземелья дойти. Эх, слишком крутое дерево не рубится. Кстати говоря, рубить деревья и кусты иногда весьма полезно, скажу я вам. Потому что там бывают частенько полезные фруктики и прочие. И... хэдшот! А нет, не хэдшот. Дубль 2. Так. Вот тут хэдшот. Ну, сейчас я буду вас убивать. Кому камень по голове? Ловите, ублюдки. Вот черт возьми. Парни, защищайтесь, не напрягайтесь. Один останусь. Проблема.
Клиента можно устроить. Разбег, так, да, меня увели от подземелья, верните меня к подземелью, сволочи. Я там, знаете, еще не закончил, нифига. Так, ну сейчас посмотрим, что у нас тут за... Как это? Подземелье испытания. Ух, ёмана. Второго уровня? Ничего себе, типа. Встать можно? Нельзя. Окей. Ну-ка, я могу этот камешек прикинуть? А что здесь дальше? А, сюда надо подкатить, судя по всему, какой-то из камней опять. Блин, большая голова. Да, охренеть. Надо этот камень поставить на ту платформу. Нет, по-моему, ни хрена. Ладно, окей. Окей. Возвращаем на место камешек. Прям, знаете, вспоминается старый добрый принц Персии трилогия. Вот там с головоломочком было нормально, да. О, камешек. Отлично, ну-ка, поставим его. Закатим его тут идти. Вот помню во второй части, блин, чтобы пройти, получить все 9 апгрейдов жизни, надо было нехилое количество ловушек пройти. И ведь тут ты еще, ладно, здесь тебя пока ничего убить не пытается. А там, блин, ух, шипы, ловушки, падающие плиты, лески и стен просто... Диана Джонс отдыхает, скажу я вам. Хотя больше всего мне не нравилось в третьей части, если кто помнит, «Принц Персии Квадрона», в конце игры практически, во второй ее половине, перед битвой с двумя боссами, с близнецами, когда надо статую курки поворачивать. Вот это, я помню, была самая зверская штука. Что-то у нас явно не получается. Похоже, этот камень слишком тяжелый. Ну-ка. А что? Давайте посмотрим, что тут дальше вообще. Ничего нет там. Похоже, блин, судя по всему, надо этот железный шар вставлять в углубление. А каменный шарик, он, наверное, легкий, возможно. Кстати, интересная мысль. Почему бы нет? Так, тогда... Как быть-то? Н-
Надо круглый камень, наверное, поставить в центральное углубление. А этот подкатить к платформе. Как там, помните песенку из мультика «Пинки и Брейн»? Если Брейн не гений, то Пинки туп как пень. Я, конечно, не туп как пень, но, блин, гением тоже меня не назовешь. Так. Куда-куда? Надо что-то куда-то перекатить, поменяв местами. Весь фокус именно в этом. Надо бы разобраться. Катим туда, в то углубление. Блин, вот хитрожопый, а не пес. Но тем интереснее, не правда ли? Отлично. Так, теперь катим туда. Говорится, туды тьёрсты. О, хорошо. Катим сюда. Короче, понятно, будет, наверное, чередоваться туда-сюда. Скорее всего. Других вариантов пока не вижу. Точно, вот. Очередные платформочки. Катим, катим, катим. Блин, чувствую себя Сизифом. Помните миф о древнегреческом царе Сизифе, который был такой гордый, что хотел там, по-моему, приручить смерть или типа того? Ну, вы, наверное, слышали, чем все закончилось, да? После смерти Аид сослал его катить гору, катить камень в гору целую вечность. И стоит ему только отдохнуть на секунду, как камень тут же скатывается обратно. Понимаете, да? Вот я примерно себя таким же Сизифом сейчас чувствую чуть-чуть. Так, вот камешек катится туда, туда. И он взмывает воздух, отлично. Ага! Восхитительно, черт побери. Ничего так. Блин, ну наворочили, а. Все катим и катим, катим и катим, все катим и катим. Ой, катим, катим, блин. Так. Окей. Ага. А дальше камень. Где камень? А. Не-не-не-не-не-не. Стопы, стопы, камешек, стопы, ёбку. Собу. Так, сейчас надо его. Ага, с горки скатить. Окейушки. И вот подобных головоломок здесь дохренище, скажу я вам. Вы видели, сколько там подземелья Тартара на мини-карте было отмечено. Не сосчитать, прости, Господи, прости, Зевс. Прости, батюшка Зевс. Так, мы пока прёмся. Ага, вот самая верхушка. Развязка близка. Аккуратно. Так, а вот тут давайте посмотрим.
Хорошо. Блин, кстати, а там же... Ой, там еще куда-то можно пройти-то, ё-мана. Слушайте, я хочу сундук. Я очень хочу сундук. Так, давай. Покатились, покатились. Ой. Блин, а сюда надо... А, сюда надо, походу, другой камень. Гасло. Всегда есть подвох. Блин, кажется, это была хреновая идея. Сейчас нам надо все по новой будет делать, да? Отстой. Воистину отстой. И никак ты его не примагнитишь, никак ты его не ударишь. Да. Стратегическая ошибка. Ладно. Повторим эксперимент, так сказать. Да падай давай. Падай, говорю. О. Так, продолжаем разговор. Совершить ошибку, так сказать. Наверное, закатим этот шар туда. Блин, вот видите, вот папа мне и говорил, берегите выносливость, черт возьми. Качайте бицуху себе обязательно. Без нее никак. Так, и... Ага, понятно. Отлично, сейчас мы сюда закатим камешек. Отлично. Очень хорошо. Да, головоломки, конечно, не сверхсложные, но интересные. Это радует. Взять сначала, короче, сундук. Для этого надо камешек туда легкий отправить. Только бы не уронить. Только бы не уронить. Такс. Отлично. Ага, хорошо. Летать-то как? Не понял. Вроде же я же должен взлететь. Что за хрень? Что-то как-то непонятно. Прощай, Феникс. Ты опять умер. Так. Быстренько, блин, добегаем, надо с этим разобраться. Одну головоломку осилить не можем, пипец. Как так можно? Камешек вот туда, наверное. Ага, ну это понятно, все.
Такс. Может, мне надо еще один камень создать? Хотя скорее. Вот этот как-нибудь, да, нельзя там перетащить, пересоздать. Отреспаунить его. Что-то я выключил. Ага, так. А, блин, я скорее всего тот камень вырубил. Ну пипец вообще, как будто святую гранату тащишь. Все, блин, по новой. Жесть, как она есть. Ага, это те подъемные. Ага, тут у нас ни хрена не едет. Вы извините, что у нас тут так долго, чуваки, но, блин, если уже защищать секретный данж, то защищать по полной. С призами и прочим, блин. Молния Зевса — это хорошо. Но молния Зевса и новая крутая шмотка — это гораздо лучше, поверь. Так, ну и... По-моему, мы фигню сотворили. Как там? Я чувствую, что мой путь фигня. Фигня и есть твой путь. Народная мудрость. Опускаем туда камешек. Ага, понятно. Все с вами ясно. Хорошо. Камней может быть всего двое. Судя по всему. Но никак не больше. Так, ладно, пойдемте тогда поставим каменный. Эй, что за фигня? Куда мой камешек делся? Ваша же-то левая, а ну ё-манна. Ну нормально же сидели, а. Вот что вы начинаете, пипец. Ладно. Великий царь Сизиф не сдается. Никогда, черт побери. Так что и мы тоже не сдаемся никогда, черт побери. Гребаный камень. Одни проблемы от них, а. Вот видит сердце. А еби им глотку. Так, нос. Давай, камешек, давай. Колобок, катись, ё-мана.
Надо подумать. Тащим камешек туда. Один кристалл есть. Понятно, это если могу выход организовать, но выход я не хочу организовывать пока что. Значит, надо вот этот камень. Так, вот теперь нормально. Надо только, блин, надо только понять, как летать. Я что-то забыл, как летать. Повторим. Ну-ка, если так... Ни хрена. Думай, голова медузная, думай, черт побери. Такие же подъемники. Что ж такое? Так. А если их вдвоем поставить? А что если... О, блин, вот как знал, а? Чёрти что. Вот это другое дело. Яс, иди к папочке. Оу, oh, yeah. Так, денежки. В смысле? Подождите, у меня же это есть. Не понял. Ну-ка, стоп. Да нет, это все было и так у меня. Чё за хрень? Ну, стопы. Шлемы. Ну да, все так же. Ха. И луки были. Ну да, ничего не изменилось. Позиция, а где броня-то новая? Или не новая? Вот она. Тьфу ты, блин, такая тупо рассветка. Ну, елки-палки, я-то думал. Понятно. Спасибо, верните мне стимпанк прикид. Все, летим обратно и добиваем эту несчастную головоломку. Так, все, сейчас мы ставим обе эти штуки и наконец-то спокойно валим с этого подземелья, забираем свою молнию заслуженную. Ха!
Так, катись, катись, колобок. Давай, шарик, катись. Катись, шарик. Так, теперь катим оттуда этот, блин, железный шарик. Ух ж эти головоломки. Давай, давай, катимся, блин. Концовка уже близка, черт побери. Мы разгадаем этот чертов подземелье. Так, отлично. Теперь тащим сюда легкий камешек. Фух. Да, это вам, блин, не эти, не испытания в Ассасине проходить. Эй-эй-эй, куда же ты, ну ёлки-палки, а? Ну ё-мана. Эх, Феникс, Феникс. Так, пожалуйста, скажите, что камни на месте стоят. Иначе я этого не переживу. И вы тоже. Фух, кажись, да. Так, аккуратненько. Ага. Ага, отлично. Фух, славы. Слава Аиду, Зевсу и Посейдону. Так, все, конец, конец. Теперь главное камень не уронить. Аккуратненько, аккуратненько. Яс, все, полетели. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Я Бэтмен. Я Батман. Ух, да и дело. I have the power! Ну, наконец-то. Все, продолжаем прохождение, а то, блин, это испытание начало несколько там... Ауе! Так, все, Афродита, любовь моя, я, блин, к тебе лечу. Здорово, медведь. Не ждал меня, ёпта. Неплохая бомба. Мазила. Вот так вот. И полетел. Все, дайте мне грибов, и я пойду дальше. А, там, кажется, испытание с Лирой. Надо заглянуть. Сейчас. Че, зеваешь, ёпта? Сюрприз, дружище. Плохой медведь. Готов, кондитер. Все, дайте мне мои цветочки, блин.
Так, смотрим, что тут у нас. О, пацаны, здрасте. Где моя сестра? Так, ладно, дадим шанс этому уроду. Кстати, на будущее, ребят, лучше всего сначала выносите чуваков со щитами. Так, и чё? Как туда попасть-то? Это кто это там? Ну, пусть так спрятался. Ах ты, сыкота. А ну иди сюда. Так, и... Может, с потолка? Нифига. Стрелами шмалять некуда. Ну-ка, может, надо базы сбить? Ну, это, понятное дело, глупая идея была. Ну-ка, если вазы сбить? О, кстати. Блин, нет, вокруг ни хрена нету. Кстати, сам по себе этот постамент какой-то странный. Или постамент, извините. Все закрыто. Сверху кнопок нет. Головоломка-то вроде нет. Медузы тусят. Ладно, вернемся сейчас, погодите. Явно что-то простое, элементарное. Дорога. От души, блин, во хитрые какие, а. Умно, умно. Такс. Ну, денежки это хорошо. О, лира. Ага. 3, 2, 3, 1, 4. Все, отлично, запомним. Лучше всего вам советую, если попадутся такие лиры, записывать их, чтобы потом, ну, чтобы не вспоминать потом, что да как. Так, двух медуз, наверное, лучше пока не трогать. Да вообще мы к статуе хотели лететь, блин. Значит, надо к ней лететь. Так, ну чё, вроде по сути нормально, до моста долетим. Поехали. Так, почти. Отлично. Правильно, кустики порубать, порубить.
Дело хорошее. Так, надо сейчас залезть как-то на эту статую. Максимально эффективным способом. Однозначно. Если. О, с трудом, но долезаем. Давай, 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 давай. Фух. Чудом. По возможности старайтесь экономить грибочки и зелья для более серьезных испытаний. Встречал странное крошечное крылатое существо. Скоро станет ясно, кем оно было на самом деле. Это что за хренотень? Да кем же? Феникс освободит его и узнает. Да, но мне-то можно сказать? Можно проявить уважение к рассказчику. Никаких спойлеров, Зес. Оказавшись на свободе, маленькое создание закричало. Что это? Как бы говоря... Храбрый герой. О, я Ника. Лишь частица Ники, богини победы. Освободи остальных, и я воспряну. Ника приносит победу, как счастливые кроссовки, или, ну, эти, чтобы бегать за мечом, шиповки. Какая-то карта непонятная. Что это значит? Любопытно. Ладно, пока забьем, у нас вот другая задачка. Забраться на Афродиту во всех смыслах. Долина вечной весны. Здесь растет большое дерево, чьи ветви достают до небес. Да? Звучит неплохо. Зал богов. Но это мы там были. Дворец Эроса. Я рад, что он дождался счастливого конца. Надо заглянуть. И дворец, принадлежащий самой богине красоты. Ох, Афродита. Конечно, Афродита выбрала место с лучшим видом. Но зато тут на нее некому глазеть, и я доволен. Какой же ты Зевс еврей, а? Ты не грек, ты еврей, блин, просто. С высоты Феникс заметил птиц, что клевали плоды самой красивой яблони. Вот и я, видно, с высоты своего безумия решил выдать Афродиту за Гефеста, чтобы боги не ссорились из-за нее. Да, вид с вершины Олимпа бесподобен. Давно я не видел. Высоко глядеть, высоко падать. Так что не проси. Ага, можно телепортнуться. О, можно что-нибудь оглядеть. Яблоко какое, яблонь какая-то. Интересно. Испытания мы прошли, это мы молодцы. Это скорее, правда, бремя Сизифа, блин. Так, ну что, Зевс, зал богов. Может быть, слетать, прокачаться чуть-чуть. О, вон какой-то побочный квест. Ну, давайте туда слетаем, шумбы и нет. Пока непонятно. Так, давайте меточки поставим, да. О, да здравствует пища богов.
Ну-ну-ну, давай-давай-давай. Сундучок, отлично. О, так, ну это там побочный квест, это надо бы с ним разобраться. Хочу заметить, обязательно не помешает. Так, сундучок. Блин, сундуков тут просто, не знаю, больше, чем врагов, такое ощущение уже. Такс, ну давайте, ну давай, найдись. Во. Отлично, так, значит. Сова какая-то над Афиной, вероятнее всего. Блин, вон, смотрите, три подземелья, три испытания. Отпад. Дал богам, дал Зевс Амброзию, даст и хпшку. Вот-вот. Так, ладненько, давайте. Ну чё, попробуем долететь до этого квеста с молнией. Больше тут ничего нет интересного. Стоять. Ага. Ну-с, погнали. Блин, полкилометра лететь. Это же сколько надо нафиг хейт. Жрём грибочки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, падаем. Фух, живем. 400 метров, ну ладно. О, Амброзия. Ай, твари. На тебе. Одна есть. Так, теперь надо до второй дотянуться. Ну давай, иди сюда, твой. Замочить, да, чертова птица. Косой снайпер. Наконец-то, блин. Чертовы птицы. Все, дайте мне мою жратву, и я буду доволен. А вот другое дело. Так. А, сундук 100 метров. Вроде недалеко. Это, наверное, он там. Да, это он. Но не. Блин, сундук или все-таки это? Долети. Ну, поехали, да. Раз уж решили по квесту, то лучше по квесту. Дальше. А теперь включаем режим альпиниста, как говорится.
Ой-о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 й, пятачок, блин, мы падаем. Фух, блин. Фух, ну не сильно, ладно. Такс. Блинский, блин, ай, больно же. Ладно, возможно, лучше обойти. Сейчас посмотрим. Так, подхилимся. Погнали. Включаем режим Сильвестра Сталлоне в фильме «Скалолаз». А, нет, спускаемся вниз, падаем, падаем, падаем. Фух. Ауч. Короче, надо обойти. И вообще пешком пойти. А не умничать. О, ух, сколько грибочков-то, грибочков-то сколько, отлично. Я слышу свиньи. А ну тихо, ёпта. Одним махом трех побила. Свинно ты обнаглевший. Сейчас, ага, ну чё, в принципе, вот уже 100 метров высоты на тупо вверх. Ну давайте. Найти, чё за упавшая птица-то? Чё за птица здесь падает? Вряд ли это злобный орел, который клюет печень бедняги Прометея, да? Давай. Фух, ура. Так, по полсотни метров. Давай, ты сможешь, Феникс, я в тебя верю. Ой, а это что такое? Ну-ка. Сейчас грибочек возьмем. Интересно, это то, что я думаю? Ну-ка, упростим ситуацию. Неплохо, весьма неплохо. Так, тут он. Ой, у нас тут что-то есть. И что тут? Здесь что-то можно получить, видимо. Ладно, возьмем гранату. Так, какой-то куб меня смущает. Но не берется. А. Чудно. Лира, глаз. Или может надо его кинуть? Ладно, потом попробуем, пока непонятно. О, Феникс? Да ладно, Феникс нашел Феникса? Какая прелесть. О, птичку подбило. Ой-ой. Досталось тебе. Не сдаешься, да? Что ж, я тоже. Феникс! Не трогай эту тварь!
Слышь, ты чё? Что ты здесь делаешь? Сам ты Я тварь. Видел удар молнии и, само собой, пришел, чтобы довершить дело. Уж в этом-то я мастер, знаешь ли. Да, не сомневаюсь. Но я спасу бедняжку. И только попробуй сказать мне нет. 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 Это слуга Тифона. Стой, у меня видение. Ты скажешь, но ему нужна помощь. Я отвечу, эта тварь только и ждет случая нас прикончить. А ты, Гермес, прошу, я ведь кое-что знаю и расскажу про тебя Гере. А я, не расскажешь. Но я ведь знаю, что расскажешь. Так что соглашусь помочь и буду искать удобного случая, когда ты утратишь бдительность, нанести удар. О, загнул. Офигеть. Похоже, у меня нет выбора. Пока. Эта тварь родом из Тартара, и чтобы оживить ее, нужна еда оттуда. То, что Аид дал Персефоне, зерна смерти. А, коронат. Но здесь, на острове, я знаю лишь одно такое. А ну говори, ёпта. Тогда я его найду. Сиди тут. Я или эта тварь? Хотя она вряд ли может сидеть. Оба сидите, ёпта. Так, ладно, идем за зерном. Окейушки. Ну, полетели, посмотрим. 200 метров с половиной, в общем, не так много. Да ладно, мы нашли брата. Офигеть, это, похоже, будет последний эпизод. Куда лучше не соваться, пока мы не прокачаемся и не пройдем остальное. Это что за нафиг? Ух ты. Духи мертвых олигархов. Во-ха-ха-ха-ха. Испаряются. Чё, ой, появляются снова. Фига себе. Так, ух, ё, это что за чудище, блин? Так, я, пожалуй, мимо пройду. Ну их нафиг. О, а вот и граната, отлично. Так, все. Идем обратно к птичке. Так, ну полетели. Главное не столкнуться с теми огромными зверями. Ибо ну нафиг. Покормим Феникса гранатом. Просто, кстати, логично. Чё нет? Я жру гранат, чтобы полечиться. И он, Феникс, он тоже жрет гранат, чтобы полечиться. Вполне себе закономерно, знаете. Как, так сказать, почему бы и нет? Живи, птичка. Он умер? Эй, дружок, я нашел зерно. Гранат. Вот. Мне очень жаль. Вот пиздишь, как дышишь. Да ладно, как насчет жареных крылышек? Угощаю. Вот тваря. Что ж, так даже проще. Жареные крылышки уже тут. Где? Нифига себе. Чё, Терён, мой кореш? Ура! Ты живой! О, ты горделивый. Тифон вывел себе заносчивых горящих петухов? Да ты сам заносчивый бледный петух. Рад встрече, ваша светлость. Пожалуй, назову его Фосфором. В честь утренней звезды. Допустим. Нет. Фосфик говорит, что еще слаб, но хочет вернуть силу.
Он хочет помочь тебе в твоих странствиях в благодарность за спасение. Ему нравится новое имя. Очень нравится. Правда же, Фосфик? Слышь, Герми. Я говорил, его надо спасти. Злобную птицу нежить? Ну, конечно. Слышь. Беру слова назад. Ты оказался прав. Эта прекрасная птица покажет нам, где тайник Дедала с сокровищами, да? Да ну! Того, что построил все на этом острове? Того самого. И там куча электрума, предназначенного для меня. Ах да, есть еще второе зерно смерти, что сделает Фосфика сильным, как никогда. Ну ничего себе! Добро возвращается добром? Кто бы мог подумать? Табличка сарказм. Это что, вопрос с подвохом? Ясно же, что никто так не думает. Чтобы открыть тайник, нам нужно отыскать две подсказки. Нам, значит, тебе. Одна должна быть у костей дракона, другая у акведука. Правда? Фосфик. Птичка, клюни его. Я говорил, что он обожает свою кличку. Ты, блин, нарываешься, крылатый. Так, еще один. Квест завершен. Что дальше? О, кажется, у нас так нам дали новый квест, но у нас появился новый скилл. Мы полетели, хапнем амброзию. Ох, слава богу, блин, сейчас бы упал. Йо, тут еще и цикло. Цикло порезали, испарились. Сначала я гасил быстренько. Перехват инициативы, ёпта. Маневр уклонения готов. Так, ну что, одноглазый? Соси прощение. Кидай сюда камень. Камни детям не игрушка. Хэдшот. Вот это другое дело. На тебе еще. Новый скилл, хороший. Ай, помираем, помираем. Гранат пожирали. Блин, скид, блин. На тебе, повыши, давай, добьем, гад. Да, урод. Вот черт. Он убил меня. Да как так-то? Ну ё-мана. Лысый хрен, в смысле одноглазый лысый хрен. Так, ладно. Надо подумать. Разговор, ёпта, не окончен. Атаку провести на ком-нибудь, попробовать.
в ответочку. Карту пошел, что как сломать его урода. На тебе. Ё-мана. Такой камень. Мимо, ёпта. Ну, чёрт, а. Хрен висячий, ладно. Сейчас мы на него фениксом натравим. Давай, у нас тут восстанавливайся. Блин, ну чё ж так беленько? Ай, больно же. Масс хил. Ты отвали ты. Хрен моржовый. Ох уж эти циклопы. Дай пирожка. Все равно грибач смирит. Фух, ну, неплохой замес был, но амброзия того стоит, поверьте. Заверяю вас, ХП много не бывает. Так. О. Секретики давайте пометим. Раз мы так высоко тусим. Так. Два. Опять приземлили. Господи, приземлили тут уже просто. До жопы, простите за выражение. Ну давайте. Такс. Ого, ты аж там что-то. Офигеть, амброзия на вершине вулкана. Клёво, блин. Вообще. О, еще что-то лежит. Там похоже какая-то головоломка, кстати. Судя по каким-то странным этим мелким сферам. Чудно. Но не чудно. Так, ладно, пойдемте. Куда мы идем-то? Куда идем с пятачком? Большой-большой секрет. О, Феникс. Прикольно, задает сферу выносливости. То есть это может три сферы выносливости. Ого, это что, еще можно внешний вид менять и его менять? Охренеть. То есть это у меня еще этих, блин, фамильяров будет вообще с десяток. Очешуеть. Так, ладно, давайте затусим зал богов, надо прокачаться. Однозначно. Must have, как говорится. ХПшку можешь себе повысить, оружие улучшить. Не помешало бы. Или броню. Как же тихо. Но так. Могло быть и хуже. Нытьё Гефеста, споры Афины с Афродитой, гневные вопли Ареса. Начнем с ХПшки. Ага, шестерку надо. Понятно. А зачем им помогать? Может прокачать себе мускулы? О, отлично. Вот это надо. Вот это очень хорошо. Еее. Спорт наш друг. Кто не курит и не пьет, тот здоровенький помрет. Да, детка. Отлично. Так, что у нас тут? Скиллухи. Что-нибудь вкачать?
Так, о, увеличение урона от фаербольщиков. Неплохо. Молот пока не будем брать. Рывок. Вот это, кстати, блин, надо подумать. А что у нас здесь в базовых? А, у нас 4 монеты, у нас ни хрена ни на что не хватает, понятно. Грустно быть нищебродом. Да. Ага. Вот это интересно. Ускорение в плавании, это пофиг. О, вот это можно взять точно. Быстрее будем вещички набирать. Всегда любил брать эту тему, особенно в Devil May Cry. Так, моемся светящейся водой. Так, что еще у нас? Ага. Но тут мы пока ничего не сделали, хотя, ну-ка, стопы. Это новое взять, так. А, так, о, так мы это сделали, кажется. Блин, шикарно. Ну-ка, 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 может мы еще что-нибудь сделали-то, кстати? Ага, нет, 3 сундука еще надо взять, понятно. О, а вот это мы сделали. Хорош. Коллекция шедевр. Так, животные. О, новый меч. Вот это я понимаю. Вот это я одобряю. Функционально. Но вообще, это мне больше нравится. Симпотненько. Так, птицу мы себе тоже отредактируем потом. Отполируем, так сказать. Чё? Так. О, молнию дали. Прикольно. Так, надо сейчас набарыжить зелий. Особенно выносливости. Блин, грибы надо, короче, вообще беречь зверски. Лучше, наверное, накопить пару десятков грибов и сделать пяток синих зелий, чем эти же грибы, блин, тратить. Нецелесообразно, я бы сказал так. Чё взять-то, блин, защитная вообще, конечно, хорошая штука. Можно, наверное, повысить защиту. Хотя это мы уже сделали. Отражение снарядов, ну почему бы и нет, кстати. Мало ли кто у нас там стрелять будет. Да. Максимум дефенс. Так. ХП, это хорошо. Ну и теперь можно на бары чуть-чуть. Парочку. Как раз. Это у нас полное. Фиолетовых на одно хватит. Ну тоже хорошо. Кручу, верчу. Метамфетамин варю. Так, выпьем чарку, йо-хо. Вот и отлично. Так, ну и оружие может улучшить. Посмотрим. Или броню. Сейчас посмотрим, как по деньгам. Значит, ага. Оружие 500. 500 зелье. Это надо желтеньких. 500, короче, везде надо 500 и 500 синих и 80 красных. Ага. А вот тут уже тяжелее. Тут надо, блин, фиолетовых. Да еще и дохренище. Значит, оружие качаем. Ну что, топоры, наверное? Топором я чаще пользуюсь. Или лучше мечи. Давайте меч. А то топор и так штука хорошая. А, вообще, кто мешает и то сделать. Удобно. Улучшение происходит на все виды топоров. Это клево. Так, все, 1700. Стрелы. Да не, давайте лучше зелье.
количество зелий это полезно. Хотя, блин, хорошо быть богатым, а? Ёлки-палки. Правильно, засунь руку в огонь, будь мужиком. Бля, это не стрела, это ракета какая-то просто. Самовладельщик, как у этого. Из Стражей Галактики, помните, Йонда, у него была красная стрела, которая летала по свисту. Вот здесь такого фокуса не будет, но выглядит прикольно. Так, ну что, все, прокачались. Внешность там менять не надо. Ну что, пойдем, наверное, телепортируемся куда-нибудь еще. Я полагаю. Куда мы телепортируемся? Куда мы телепортируемся? Может вернуться куда-то назад? О, стопы, амброзия, 100 метров. А, ну-ка. Сам Кронос велел хапнуть. Так, а где она? Где-то внизу. А, вон она. Так, надо аккуратненько упасть. Ну, не скажу, что красиво, но вполне себе аккуратненько, да. Нету фруктов. Жаль. Так, отлично. Все, еще одну найдем. Будет у нас еще одна ячейка здоровья. Это охрененно. Ну и че, куда лететь-то, блин? 3 километра до сюжетного квеста как-то не хочется. Секретов почти. А, нет, вот что-то одно есть. Сундучок охраняемый. Просто сундук. Насколько я понял, сундуки делятся на две этих... на две разновидности. Сундуки, охраняемые врагами. То есть надо всех убить, а потом сундук откроется. Либо же сундуки, охраняемые головоломкой. То есть пока головоломку не решишь, проход к сундуку не откроется. Как-то так. Ух ты, испытание Одиссея. Это что, интересно такое? Куда мы без подземелий, понятное дело. Что за торнадо там кружится? Странно. Любопытно. О, стоп. Ну давай, блин. Блин, джойстик опять вырубился. Что ж такое-то? Вот запомните, народ. Меняйте батарейки в джойстике заранее. Это... поможет вам в битвах и спасет вас, а не так, чтобы во время страшной битвы с боссом хренак и у вас вырубился джойстик. Крайне обидно, знаете ли. Да, гулять тут не выгулится. Ну что, куда полетим? Надо, наверное, на статую Афродиты вернуться или куда-нибудь вообще. О, вниз можно вернуться, точно, я там давненько не был, я вроде прокачался. Я думаю, это хорошая идея. В самом деле. Сундуки. Мифический. Да, вот одиссеевские подземелья надо тоже попробовать как-нибудь. О, фреска. Ничего себе. Прикольно. Фреска, не знаю такое. Это, наверное, что-то совсем интересное. Обещаю заглянуть туда в 6-м эпизоде, народ. Такс. Ну чё? К сундуку, наверное, полетим. Надо только направление уловить нормально, блин, а тут что-то... все никак и никак. Ага, чуть-чуть левее. Чуть-чуть левее, но в целом на краешке островочка. Блин, поехали сюда, а? Слушайте, гораздо проще будет. Кстати, там у нас ночной сундук. Может, попробую взять его? Я пока ни одного не подбирал. Ларесовская карта. Гефест. Судя по всему, молоток. Да, Гефест. Но Роща Славы — это Афина стопудово. Так.
Через пару лет там будут одни кофейни. Царский пик. Отсутствует сам Олимп Зевса, я полагаю. Ну, про Тартар я даже говорить не буду, тут все и так ясно. Такс, куда же нам полететь-то? Да, давайте туда, а оттуда мы уже полетим к сундуку, я думаю. О, сундуки ночью хорошо охраняют. Слушайте, так это опасно, блин. Ну ладно. Кто не рискует, тот не приодевается. Сами знаете. Так. Направление полета мне обеспечите, пожалуйста. Где там, куда моя стрелка? Ага, вот. Не, значит, надо чуть правее. О, грибочки. Отлично. Там-там-там-там. Погнали. Так. Вот другое дело, долетаем. Ух ты, корабль на скале? Серьезно? Чё за хрень такая? Чудно, ну ладно. Ладно, будем считать, что я просто за фруктами зашел и не более того. Так, хуё, дракон какой-то, что ли? Охренеть, туда я не хочу однозначно. Блин, получится, не получится. А, чёрт. Жри грибы, жри грибы. Давай, дружище. Почти. Фух, господи. Чудо, блин. Короче, вот видите, зелье надо делать. Но это последнее мое зелье сильное, я не имею права его тратить. Кстати, это вот вам неплохая методика, как добираться до высоких скал. До вершины высоких скал. Не пытайтесь лезть на пролом, посмотреть со стороны, может быть там есть смысл куда-то чего-то попросить. О, шестая амброзия, яс! Кто молодец? Феникс молодец. Так, ну чё? Слетаем на сундук, наверное. 200 метров. Я на солнышке лечу, я Икаром не зовусь. К солнцу я, блин, не лечу, я иначе, блин, сожгусь. Понял, да, пора? То, что у тебя есть крылья, не значит, что надо летать к солнцу. Слушайте, не зря я взял этот общий сбор ингредиентов. Гораздо удобнее. Да и вообще богатый островок оказался. Не ломается, нет? О, это что за арк? А, это сундук ночи как раз. Так, насколько я помню, кстати, да, здесь есть такая механика. Можно типа включить отдых своему персонажу и переместиться, ну, короче, время суток сменится на ночное, вместо дневного. Надо только вспомнить, как это делается, блин, какая-то кнопка. Ну вот какая, хрен его знает. Нет, это зум. Кстати, видите того пернатого ублюдка летающего? Он следующий, ёпта. Обещаю вам. Ага, во, зажать старт. Блин, да не бэк. Черт возьми. Топографический кретинизм в кнопках, блин. Во, зажать старт. Все, отлично, погнали. Все.
всем спать. Помедитирую. Наступает ночь, просыпается мафия и злобные уроды. Да, ну что у нас? Ага, два крутня. И второй. Второй смолк. Господи, это палачок. Смотрите, этого парня явно есть огромный молот. Ладно, сначала. Феникс, вам более. Ай! А вот теперь моя очередь. Готов, кондитер. Да, полезно, да, останавливает. Еще одна. Кстати, мой вам совет, народ, правильная стратегия. Сначала убейте мелких врагов, а потом принимайте за более сильных. Yes, готов, ублюдок. Эй, сундучок, я бегу, подождите, так. Настойся. Ну-ка. Тонко намекнем пернатой твари, что мы уже идем ее убивать. Хотя хрен с ним, пусть живет. Вдруг он сейчас сюда прилетит, а здесь не сюда. Оу, и все? Тупо денежки? Полуночный осколок, и что это такое? Так, ну что, ладно. Все? Всех убил, один остался. Полетели. What time is time? It's a griffin killing time. Именно так, господа. Время мочить, мочить пернатых ублюдков. Но сначала до него надо забраться. Они что-то все вечно любят на верхотуре. А я вот не понимаю, что высоты боюсь. Только не показывает. Кстати, я не помню точно, был ли грифон в греческой мифологии. Там была химера, которую убил герой Беллерофон. Но химера — это вообще гибридная хренотень. А вот грифоны... Блин, вообще что-то там такое было, но это не 100%, я бы сказал так. Давайте небольшую историческую справку проведем перед боем. Как говорится, почему бы и нет. Так. Сейчас мы все узнаем. Так, нажрёмся зелий. Так. Нос. Посмотрим. Ага. Так, ну и чё? Ну чё? Стелс-режим. Нету никого, пацаны, никого нету. Ага. Грифон, оказывается... Понятно. Технически его не было, но вообще... Ну ладно, не важно, давайте просто ебанем камни по камню. Блин, а эти ребята серьезные, фиолетовые, крепкие твари. Жесть-то какая. Ух, ё, там надо летать, ты что творишь-то? Бес. Ай-ай-ай, горячо, горячо. Блин, фига себе там охренительно. Кажется... Плакали мои аптечки. Лента однозначно. Ладно. О, отлично уклонение. Главное завалить мелких. Блин, зверь какие-то. Иногда и он промахивается. Так, упал, отжался. Отлично. Прям вернулся.
Маневр уклонения. Так, давайте добить одного этого второго. Yes, все. Второй сдох. Так, ну что, теперь примемся с Грифона. Посмотрим, значит. Для начала скальзим. Да, не густо. На тебе еще, блин, морда пернатая. Понятно, стрелы бесполезны. Ай-яй-яй-яй-яй, ты что творишь-то? Блин, летучий, а ну получи какахой. Как говорится, пожуй говна, птичка. Фух. Блин, кстати, надо не забывать про Феникса. Ну, от торнадо уклоняться легко. Ладно, это мы наловчились. Сюда. Давай, Феникс, бомби, ублюдка. Я им сейчас по жопе надаю секирой. Ай. Побока. Опс. Че это он задумал? А, опять, понятно. Да, торнадо уклоняться проще всего, имейте в виду. И атаковать отсюда лучше в воздухе. Вот это, ребят. Реакция. Реакция рулит. Так, уходим, уходим, уходим. Отлично. Продолжаем разговор. Пол хп. Yes. Так, надо убить Феникса опять, наверное. Да если про другую атаку... Ай! Ты что ж ты творишь-то? Про другую атаку тоже, кстати, надо не забывать. Резкий дэш. Пошел ты. Ну давай. Слушайте, а усиливаю. Защитное зелье помогает, кстати. Не зря его выжар. На тебе. Удар жидо. Ладно, уже меньше половины осталось. Бамболео. Так, противник почти плавный. Это грибать. Маневр уклонения успешно проведен. Ну, давай, иди сюда, тварь. Лежать, боясь, ёбка, на посадку. Бамболео. Крепкая скотина. Фух. Блин, тяжкий бой. Опять промазал, на тебе. Я твой торнадо вертел на буре. А ну иди сюда. Мы еще не закончили. Кстати, маленький совет. Когда вы собираетесь атаковать впрямую, именно какую-то цель, выделяйте ее автоприцелом. А вот если вы пытаетесь уходить, отступать, то лучше вырубайте автоприцел, потому что это будет мешать, у вас другая сменится камера. Вам будет менее удобно.
Так, ну все, почти клиент, почти готов. Ну давай. Готов. Ну давай. Что ж ты будешь делать, черт возьми? На нахрен, ёпта. Yes! Вот так вот, мальчики и девочки. Фух. Берем честно заслуженный сундук. Ибо заслужили. Ладно, я думаю, народ, посмотрим, что там. И, наверное, заканчивать будем. Монетки, монетки, монетки. О, новый лук. Прикольно. Так, ну что, наверное, давайте посмотрим лук. И всем спасибо за просмотр. И всего хорошего. Что за лук? Плюс 26 урона от первых стрел. А плюс 30 при полном хп. Блин, я, наверное, лучше оставлю первый лук Одиссея. Получше будет. Определенно. Вотеньки. Так что все, ребят. Всем спасибо. Все свободны. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Рад был с вами пообщаться. Так, что у нас тут полночный осколок? Ага. Понятно. Вы станете совершенством через бой! Что ты там несешь, Тихон, а? Да-да-да, мы все поняли. До свидания. Все, вот теперь я честно прощаюсь с вами. Прощайте, я никогда вас не забуду.